Ну что ж, наконец-то наступило лето и на даче. О, шмели. Привет вам от немецких шмелей. Ну, по цветникам прям Сан-Суси. Ну, согласитесь, кто нас смотрит или будет еще смотреть, было такое место Сан-Суси. Вот у нас тут тоже такие Сан-Суси есть свои. Еще один шмель веселый. В общем, скажем так, плоды трудов очень даже серьезные. Вода и солнце, день чудесный, создают восхитительное кипение. И даже, как это ни странно, тележка Жанна ожила и дает свой внешний вид вполне на фоне всего остального. Здесь когда-то были яблони, но, увы, они высохли. И мы посадили, во-первых, новые две, кто с нас смотрит, знает. Во-вторых, две молодых и одна ветеранша осталась. Ну и плюс колонные яблоки вполне тоже еще в силе. Так, свекла, свекла. Через 4 дня сюда приедем, будем добывать свеклу. Мы обещали борщей наварить, поэтому, вот так сказать, выполняем обещание. Там уже даже что-то уже видно. Посмотрим, проверим и, так сказать, Так. Идем дальше. Да, яблоньки выжили, слава богу, все с ними нормально. Пойдем-ка мы зайдем и посмотрим, что у нас там в теплице. Теплица жизнь теплится вполне. Гуркины еще он всячески созревает. И совершенно распоясались помидоры. Да, слушайте, огурцов просто какое-то сумасшедшее количество. Взаимно, что ли, они опыляют тут друг друга, огурцы с помидорами, не знаю. Но огурцов очень много, помидоры есть, они уже дозревают. И есть тут микропомидорчики. И запах тут совершенно блестящий. В общем, себя оправдало. Так, есть тут немножко даже перчиков. Вон они, голубчики. Огурчики прячутся. В общем, их тут надо искать, находить и всячески засаливать. Чем как раз время и заниматься. Да. Удачный год для теплицы получился. Удачный. Удачный. Уф, огурчик так прямый. Прям с веточки. И съел бы. Да. Колючие такие. Если некоторые яблоньки подзасохли и отдыхают, то колонны вполне в работе. Разросшиеся до невероятных размеров. Они нам тут даже чего-то наплодоносили. Не сильно. Не сильно, но ничего страшного. Мы не в претензии. Но какие-то яблочек чуть-чуть, но будет. Что-то мы все-таки съедим. И кабачки, безусловно, радуют. Вот они, голубчики тут притаились. О, этот размерчик, я понимаю. Кабачный. Кабачочный. Он тоже там. Поросятки. То есть кабачки тоже потихонечку. Потихонечку веселят. Клевер взялся очень серьезно. Правильно было стратегии засадить клевером территорию. И он потихонечку выдавливает остальные сорняки. Ну, не остальные, он же не сорняк клевер-то. Он сорняки забивает потихонечку. Наступая с двух сторон. Видите, зеленое пятно, здесь зеленое пятно. И поможем ему остальную территорию захватить. И будет очень даже здесь... Интересно. Так, продолжаем обзор цветов Сан-Суси. О, кто-то небесное создание. Красивый. Какой флокс, наверное, какой-нибудь. Да, смотрите-ка. Ишь ты, пьянящий аромат восторженных цветов. Цветов, кстати, много. Это, по-моему, подсолнух Мишка называется. Мишка, где твой изберг Мишка? Так, и здесь вот всякое еще. Ого, вот это подсолнух. Такой бы на корм, да некого кормить нам подсолнухами. И, в общем-то, вот цветы. Ну, знаете, в целом такой год. О, ничего себе, как разрослись альпийские наши друзья. Но в целом год получился очень даже ничего. С уходом, конечно же, с уходом, с водой, с заботой, с непрестанным трудом. Но, тем не менее. В воскресенье подъедем и займемся дальнейшими тут улучшениями и всяческими ирригациями. Ну, а на этом пока все.
поехали на работу. Сегодня у нас понедельник. Заскочили ненадолго. Навестить, что называется, посмотреть, рассказать. Все, до воскресенья. Пока.